Блядь! Всем привет, мафиозники! На связи Никлей. Трудно поверить, но с момента выхода последней полноценной части «Мафии» прошло уже 6 лет. За эти 6 лет по сети успела разлететься куча слухов о новой части. Но настал тот день, который изменил все раз и навсегда. Буквально несколько часов назад, на момент записи данного ролика, наши молитвы были услышаны от UK, официально заявили, что новая часть «Мафии» находится в разработке. Сегодня мы поговорим об этом подробнее. Какой будет новая часть, что нам ожидать и когда примерно выйдет «Мафия 4». Друзья, хотелось бы попросить у вас лайк за такую оперативность в выходе ролика, а также подписку на канал, ведь здесь будут публиковаться все актуальные новости о новой части «Мафии» первыми. Ну а теперь присаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Для начала у многих появится логичный вопрос, а откуда я, черт возьми, взял якобы официальную информацию? И нет, друзья, это не кликбейт, ведь разработку новой «Мафии» заанонсили сами 2K, так что информации из ролика можно доверять на 100%. Также информацию о разработке новой части «Мафии» подтвердили и разработчики Anger 13. В честь 20-летия «Мафии» на официальном сайте серии появилось интервью с разработчиками, в котором приняли участие генеральный директор Роман Хладик и руководитель производства и медиадиректор Томаш Гжепичек. Это люди, которые работали над каждой игрой серии. В основном интервью касалось серии игр «Мафия» и процесса разработки в целом. Однако в конце интервью прозвучало громкое заявление от Романа. «Я рад подтвердить, что мы начали работу над совершенно новым проектом серии «Мафия». Хотя до его выхода еще несколько лет, и сейчас мы не можем поделиться с вами более подробной информацией, мы очень хотим продолжить работу над этой любимой франшизой и порадовать наших фанатов новыми историями». Вот такой подарок на 20-летие сделали разработчики фанатам. Прямо сейчас напишите в комментарии, рады ли вы тому, что разработку новой части «Мафии» официально подтвердили, и есть ли у вас опасения насчет того, что игрой будут заниматься Anger 13. Но пока вы пишете, мы едем дальше. К сожалению, это вся информация, которой поделились разработчики. Но, как мы помним, до этого еще в мае инсайдеры предрекали светлое будущее серии «Мафия». А потому данные слухи оказались правдивы. И я решил, а почему бы не собрать их воедино, дабы вы, зрители, имели примерное представление о том, какой будет новая часть «Мафии». Что же? Приступим. Первым о новой части заявил портал Kotaku еще в мае. Как они утверждали, уход главы Anger 13 Хейдена Блэкмана никоим образом не повлиял на решение 2K о продолжении серии. Как мы узнали со временем, разработка новой части «Мафии» началась примерно в марте-мае, а потому совсем скоро наступнет уже полгода, как она находится в разработке. Но это не значит, что новую часть «Мафии» стоит ждать в ближайшее время. На разработку все-таки нужно годы. Движок «Мафии 3» больше не будет кошмарить нас багами и устаревшими механиками в новой части, ведь разработчики приняли решение перейти на свежий Unreal Engine 5. Так что у вас есть время, чтобы обновить свои пекарни для новой «Мафии». Ведь поверьте, это решение повлечет за собой серьезные изменения как в геймплейном плане, так и в визуальном. А сама игра будет представлять собой приквел к серии. И об этом прямо сейчас поговорим подробнее. По некоторой информации инсайдеров, игра выйдет все же под заголовком «Мафия 4», хоть и будет представлять собой приквел. События новой части развернутся до 1930 года. Можно будет ожидать появления новых персонажей и новую самодостаточную историю, которая будет переплетаться с героями из первой части «Мафии». Игра разрабатывается на новом движке. Однако разработчики будут использовать материалы и наработки ремейка «Мафии», который вышел в 2020-м. Скорее всего, будет использоваться обширный город ремейка, ведь новый движок сделает из него настоящую конфетку. Но поговорим подробнее о самом сюжете.
15 мая Ник Бейкер, он же Ник Спешл, поделился подробностями о «Мафии 4». Действие игры пройдет на Сицилии, но с учетом предыдущей информации и в Lost Heaven мы тоже должны заглянуть. Бейкер сказал, что «Мафия 4» станет приквелом к первой части серии, подтверждая информацию из майского отчета Котаку, и будет проходить на Сицилии между концом 19 и началом 20 века. Также известно, что в «Мафии 4» мы будем на содержании у Дона Сальери, босса семьи, на которую ранее работал Томас Анджело в первой части. Соучредитель Xbox Era также добавил, что стиль игры не будет сильно отличаться от стилей предыдущих, так что черты так нами любимой «Мафии» останутся. Вот такие новости, друзья. Все слухи подтвердились, а потому можно вполне верить в то, что новая часть «Мафии» все-таки станет приквелом к серии. Что вы ожидаете от новой части? Есть ли у вас опасения по поводу того, что игрой занимается «Ангар 13»? И что вы вообще думаете? Будет ли это провалом, либо же возрождением серии? Пишите в комментариях. Ну а ролик подходит к своему логическому завершению. Не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. Ведь здесь вы узнаете всю новую информацию о «Мафии 4 первыми. На связи был, как обычно, Никлей. Всем удачи, всем пока. You don't call.